регистрироваться за человека. Вы были? Нет. Это куратор. Здравствуйте. Бюллетень на каком языке? Мужчина. Бюллетень. На русском языке. Оля, я тебе фильм делаю. За что? За что вы голосовали? Не за кого, за что? Голосовали за то, чтобы бельцы развивались, чтобы не вернулись в прошлое, то коррупционное, которое было раньше, чтобы бельцы строились и шли только вперед. Николай Николаевич, каким вы видите город после выборов? Все будет нормально. Закончу все дела, которые начал Ренат Усат. Спасибо. Thank you.
забирать. Назад то прошлое, то коррупционное прошлое, которое было до 2015 года. За наши бельцы, за нас, бельчан, я думаю, все будет нормально. Какие будут первые ваши действия, когда станет мэром? Ну, я уже про это говорил. Придем завтра на работу, соберем аппаратное совещание, соберем всю примарию и скажем, хватит, вперед дальше двигаемся и работаем. Вы уверены, что вы выиграете? Вас спросили. Вы понимаете, такой вопрос, я уверен, что я выиграю. С первого тура? Как Бог даст. Ответили у него папа, фамилия? На русском, на русском. Да, да. Вы пришли? Я пришел со своей семьей, жена, сын старший. Сын впервые сегодня, ему исполнилось 18 лет, он сегодня впервые сделал этот шаг. Стал, будем так говорить, настоящим гражданином и горожанином. Сегодня он впервые проголосовал. Также проголосовал за развитие Бельц. Можете у него спросить на любом языке, на английском, на молдавском, на русском, на каком хотите, он все ответит вам. Да, и также со мной пришла теща моя, вот выходит, тоже проголосовала за наше развитие города. Я думаю, что все будет нормально. Вся семья в сборе, все идем вперед. Спасибо. Да. Спасибо. А что я взяла эти эмоции? Ай, вот там это примавар. Сигур, я могу там в очередь. Петру, я вот там примавар. А я вот там Петру дизалтаря. А раз у вас любимый на раз умел. Ты Владимир Григорьевич. Вам спасибо огромное. Да. До свидания. Удачи. Спасибо. Удачи нам. Ты что, перешел? Достаточно не снимать еще один метр. Здравствуйте, добрый день. Что? Что?